стесняйся. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Прекрасно! А теперь проверим домашнее задание. Все выучили песенку про друзей? Выучили, конечно. Кто по мостику пойдет? Мы пойдем. Кто друзей себе найдет? Мы найдем. Вот дружок и вот дружок. Красота! Пчеленок. Пчеленок, ты не выучил песенку? Выучил. Вот дружок и вот дружок. Красота! Будем вместе танцевать до утра. Молодец, слова ты знаешь. Теперь просто попробуй спеть эту песенку вслух. Это твое новое задание на дом. Как красиво! Осталось украсить его и готово. Пчеленок обещал принести золотой пыльцы. А где он? Кто по мостику пойдет, мы пойдем. Кто друзей себе найдет, мы найдем. Привет! Вот дружок и вот дружок, красота! Пчеленок, пой дальше! У тебя так хорошо получается! Давайте вместе! Вот дружок и вот дружок, красота! Будем вместе танцевать до утра. Ой, я никак не могу начать, когда на меня смотрят. Знаешь, как мы сделаем? Ты закрой глаза, сосчитай до трех, а потом открой глаза и пой. Ну, давайте попробуем. Раз, два, три. Громко ножками стучать, посмотри. Тихо ручками шуршать, раз, два, три. Кто по мостику пойдет, мы пойдем. Кто друзей себе найдет, мы найдем. Вот дружок и вот дружок, красота. Будем вместе танцевать до утра. Дети, какой хор! Какая прекрасная песня! Ее должны услышать все-все. Я поеду приглашу друзей. А вы ждите нас на лесной сцене. Но я... Что же делать? Я не могу так быстро перестать стесняться. Но ведь сейчас у тебя получилось! Как много народу! Кто по мостику пойдет, мы пойдем. Кто друг? Что случилось? Не бойся, мы тебе поможем. Ладно. Кто по мостику пойдет, мы пойдем. Кто друзей себе найдет, мы найдем. Вот дружок и вот дружок, красота. Будем вместе танцевать до утра. Еще! Еще раз! Теперь ты и начинай. Кто по мостику пойдет, мы пойдем. Кто друзей себе найдет, мы найдем. Вместе будем песни петь. Раз, два, три. Мне не страшно выступать. Посмотри! Выступать перед зрителями – дело непростое. Но если рядом с тобой верные друзья, они помогут тебе победить стеснение. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Потерянная игрушка. Не
не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. А куда она подевалась? Не знаю. Ага, попались. Ой. Теперь ты, Вода. Не считается. Я споткнулся об эту глупую корягу. Подожди. Это не коряга. Ух ты, я такие в книжке видела. Про путешествие. Бежим играть с ней. Стойте. А вдруг его кто-то потерял? Он же в песке лежал. Значит, он ничей. Такой красивый кораблик не может быть ничей. Может, поищем хозяина? Да ну, это скучно. Лучше поиграем. Чур, я первый. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Дай сюда. Дай, отдай. Тогда я пойду одна искать хозяина кораблика. Делаете? Вот, посмотри! Это кораблик для жучка. У меня раньше был другой кораблик с парусами. Настоящий фрегат. Но я его потерял. Ха, бежим на берег! Я вам кое-что покажу! Я морское чудовище! Я тебя съем! Есть хочу! Давай его здесь оставим, а после обеда опять поиграем. Давай! Куда бы его так положить, чтобы он не потерялся? Пупси! Пупси! А? Пупсень! Пупсень! Скорее! Где кораблик? А? Кораблик? Он же был тут! Я сама видела! Да, но... Он утонул! Что? А? Да, его унесло вот такой огромной волной! В нашем пруду? Не может быть! Вы тоже потеряли игрушку? Бедные! Я вас понимаю! Это так грустно! Вот, держите! Жучок, а тебе не жалко? Немножко жалко, но они же свой кораблик потеряли. А мы себе еще сделаем, правда, Лунтик? Конечно, сделаем! Отдавать бывает приятнее, чем получать. Так моя бабушка говорит. Играйте! Бежим палочки для кораблика собирать! Да! Ты зачем сказал про кораблик, что он утонул? Не знаю, как-то само получилось. Надо его отдать жучку. Куда ты его дел-то? В траву положил, где-то тут. Здесь ничего нет. И здесь нет. Пупсень, нет кораблика! Ай! Вот он! Я уж испугался, что мы его потеряли. Жучок, наверное, тоже здорово расстроился. Зато теперь у нас два кораблика. Можем играть вместе и не ссориться. Что-то не хочется. Да, мне тоже. Ой, кажется, мы сели на мель. Их надо подтолкнуть. Сейчас найду палочку. Вот. Смотрите, это же мой кораблик. Он нашелся. Ура! Отдавать и вправду приятно. Ага. Все мы знаем, как обидно бывает потерять игрушку и как приятно снова ее найти. А сегодня мы узнали, что вернуть пропажу хозяину еще приятнее. Ведь так поступают настоящие друзья. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Своими руками. Баба Капа!
Здравствуй, Луна. Мы бы хотели сделать на день рождения Лунтика его любимое угощение. Сладкие конвертики. Ага, своими руками. И моими руками, я так и сказал. Прекрасная идея. Заходите, я вас научу их делать. Вот вам бумага, записывайте рецепт. Сначала начинка. Берем спелые ягоды и очищаем их. Потом очищенные ягоды кладем в мисочку. Вот так перетираем их и кладем на сито. Хватит глазеть, рисуй давай. Сок стечет, а мякоть положим в конвертики. Понятно? Понятно! Ой! Ну, вы мне потом расскажете, что я пропустила. Теперь как делать конвертики? Берем вот такой кусочек пастилы. Знаете, что это? Конечно! Это такие пластинки, как из теста. Только сделаны они из ягод и фруктов. Точно! Внутрь кладем начинку. Закрываем конвертик и запечатываем его каплей меда. Запомнили, как делать? Да, вот так. Ну, нам Луна покажет. Она про конвертики все нарисовала. Я бы вам помогла, но мне пора делать праздничный обед. Вы же сами справитесь? Конечно. Спасибо, баба Капа. Пожалуйста. Ты чего ешь ягоды? Ой, извини, сам не заметил. Ну вот, все ягоды кончились. Эй, мы должны вместе собирать ягоды, а вы мои берете. Так нечестно. А давай ты соберешь ягоды, а мы тебе расскажем, как делать начинку. Нетушки, я тогда и без вас справлюсь. Ну и пожалуйста. Мы сами сделаем самые вкусные конвертики в мире! Как же там баба Капа начинку-то делала? Берем ягоды. А дальше не помню. Нет, у бабы Капы как-то лучше получалось. Объедение! Чур не есть, это начинка. Как же там баба Капа конвертики-то делала? Я забыл! Надо было рецепт рисовать, а не Луну. Может так? Ничего не получается. Ты говорил не есть! Это чтобы никто не увидел нашего позора. Ребята, простите меня, но я без вас не справилась. Мы тоже. Мы-то отлично справились, но с тобой будет веселее. Ура! Первые гости! Лунтик, с днем рождения! Мы сами подарки сделали! Моими руками! Своими руками! Мы вместе сделали! Сами! Спасибо, друзья! Как здорово! Попробуй! Как вкусно! И красиво! Какие вы молодцы! У нас не сразу получилось! Но мы помогли друг другу! Вот так! Сегодня мы узнали, что когда учишься чему-то новому, не бывает важных и неважных моментов. Но если ты что-то упустил, друзья помогут тебе в самом сложном деле. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Мила Луна. Как похоже! Красивый портрет! У тебя тоже! Тетя Мотя будет рада! Луна! Луна! Полдник!
Иду, дедушка! Есть совсем не хочется. Мила, Мила, в школу пора. Ну вот, не хочу уроки делать. Хочу чаю с вареньем. А давай поменяемся. Ты будешь Луна, а я Мила. Давай. Ой. Дедушка Шнюк, я теперь Луна. Я пришла на чай с вареньем. Хорошо. А где Луна? То есть Мила? В школу пошла. А это какое варенье? Из лунной ягоды. Твое любимое. Вообще-то я клубничное больше люблю. Луна, не устаю тебя. Тебя как будто подменили. Да, тогда, может, мы и варенье подменим. Ну, хорошо. Ура! Я закончила! Ой... Лу, то есть Мила, ты сегодня на себя не похожа. Так точно не упадет, а нектар можно собирать сразу в рот. Ребята, на сегодня все. Но в следующий раз на урок пусть приходит сама Мил, то есть Луна. Луна! Луна! Луна, ты где? Я тут! Мы поменялись, теперь я Луна! Хм, чудеса! Ну ладно, помоги мне украсить торт для тети Моти, как в прошлый раз. Хорошо! Ой, вода холодная и очень мокрая. Она всегда такая. Даже странно, что это не мы придумали. Ага. Только если ты Мила, ты должна летать. Но я не умею. Не похоже на крылья. Похоже, точно как у Милы. Раз, два, три, лети! Давай, выше! Ну вот! Эх, какие крылья! А у меня еще идеи есть. Ребята, пора готовить праздник для тети Моти. Бежим! Бежим! Мила, поправь гирлянду, пожалуйста. Ух ты! Красиво! Луна, дай верхнюю ноту. Спасибо, спасибо! Какой чудесный праздник! Девочки, вы, наверное, перепутали. Это ведь ты рисовала, Луна, а это Мила. Но как вы догадались? Мы же поменялись. Но вы все равно остались сами собой. Правда? Давай меняться обратно. Давай, я снова Луна, а я Мила. Ура! Сегодня мы узнали, что каждый уникален и незаменим, и что здорово быть самим собой, а не притворяться кем-то другим. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Портрет. Добрый день, соседка. Получай посылку. Ах, какая радость! Спасибо большое! Не за что. До свидания. До свидания. Доброе утро. А что вам привезли? О, вы только полюбуйтесь. Это мой портрет.
Его прислал мой друг-художник. Он очень знаменит. И там ни конфет, ни печенья? Детишки, портрет – огромная ценность. А? Я повешу его дома на самом видном месте. А зачем нужен портрет, если можно посмотреть на себя в зеркало или в лужу? Ну да, но ты видел, как тетя Мотя обрадовалась? Да. Наверное, быть художником – это все-таки очень здорово. Все тобой восхищаются, радуются твоим подаркам. Ну давай тогда тоже станем художниками. Ребята, сейчас я занят, но когда освобожусь, с удовольствием научу вас пользоваться всем этим. Ждать? А потом учиться? Нет уж, да чего там сложного-то? Разберемся. Это, наверное, стул для художника. Держи крепче. Ой! Ты не умеешь, дай я. Вот так надо. Привет всем. Привет, Лунтик. Это же мольберт. Такая подставка для бумаги и красок. Я видел, как это делал дедушка Шнюк. Здорово, но я бы и сам сообразил. Мы будем писать твой портрет. Ага, мы художники. Вставай здесь. Простите, ребята, не могу. Меня бабуля отправила по делам. Пока. Тогда ты вставай, я буду тебя рисовать. Похоже получается? Очень похоже. Дай посмотреть. Эй, ну кто же так рисует? Ну, я так и думал. Вот и отлично. Пока. Ой. Это что, я? Очень похоже. Да, я переделаю. Не дам. Не мешай. Сам не мешай. Это ты, когда объелся. Нет, это ты. Пойду остальным покажу. Нет, отдай! Привет! Как у вас тут весело? Луна, давай я нарисую твой портрет. А то его рисовать неинтересно. Да ты просто не умеешь! Не ссорьтесь, давайте вы вдвоем нарисуете мой портрет. Так, наверное, получится в два раза лучше. Точно! Ой! Этот монстр я? Ну, спасибо вам. Спасибо, дедушка Шнюк, но у нас ничего не получилось. Наверное, у нас нет таланта. Нет, вы не правы. Давайте-ка я вам покажу главные приемы. Да! Кисточку держите вот так. Берем немного краски, наносим контур. Учиться надо технике. А что и как рисовать, это уже творчество. Ну-ка, Луна, посмотри. Как здорово! И я тут не страшилище! Теперь чур я нарисую ваши портреты! Сегодня мы узнали, что талант есть у каждого. Просто, чтобы освоить новое дело, нужно сначала немного поучиться. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Включаю грозу. Ребята, не отвлекайтесь. Осталось чуть-чуть. Надо закончить, пока дождь не пошел. А почему вы решили, что он скоро пойдет? А я его сам включу, чтобы он полил все сады. У меня для этого есть специальный рычажок. Правда?
Нет, конечно, я пошутил. Вон там тучка, явно дождевая. И она быстро летит в нашу сторону. А, ясно. Итак, ребята, спасибо, что помогли. Не за что. А что, классная идея с дождем. Ага. Привет. Привет, привет. А у нас вон чего есть. Что это? Новая игра? Это волшебный ящик. Ага, мы теперь сами делаем погоду. Да? Как здорово! Ура! Тогда включите солнышко, пожалуйста. Хорошо, а вы закройте глаза и не открывайте, пока я не скажу. Долго еще? Готово! Вот, видели? Из-за этого накормите нас ягодами до отвала. Хорошо. Ягодами я наелся. Орешков хочу. И я. Мы скоро включим грозу, и пока вы нам не принесете много орешков, не выключим ее. Хорошо, принесем. Мы сейчас. В этом году отличный урожай больших орехов, сосед. Поедем завтра еще наберем для детей. Дедушка, дай мне много-много орешков, пожалуйста. Их надо срочно отнести в Упсиню и Пупсиню, иначе они никогда не выключат грозу. А, ты можешь взять сколько нужно, Луна. Но при чем тут гроза? О чем ты говоришь, милая? Я, кажется, знаю о чем. Луна, платить орешками за хорошую погоду не надо. Смотри, я сейчас просто так выключу ливень. Не за что. Все благодаря нашему волшебному ящику. А? Ого, сколько орешков. За то, что выключили грозу, да? Ребята, обманывать друзей нехорошо. Мы сначала просто пошутили, а нам все поверили. Нет такого рычага, которым можно переключить погоду. Но перемены можно угадать. Видите облака? Это значит, будет дождь? Нет, не будет. Смотрите, они прозрачные. А вон там? Там действительно грозовое облако. Ой, опять будет дождь? Вовсе нет. Ветер гонит его в другую сторону. Значит, у нас дождя и грозы сегодня больше не будет. Понятно? Да! Как интересно! Сегодня мы узнали, что погодой нельзя управлять, но можно научиться наблюдать за ней и делать довольно точные прогнозы. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Подводный балет. Привет, Кузя. Давайте сплетем качели из лианы. Кузя, извини, мы не можем. Мы идем на подводный балет. Балет? В пруду? Ого, я тоже пойду. Я же умею плавать. Но ты не умеешь дышать под водой. Точно. Но мы можем посмотреть балет с лодки. А букеты мы в конце отнесем. Ха.
Вот ваши костюмы. Какие вы красивые! А мы не слишком рано? Это уже рыбы танцуют или водоросли плавают? Ой, весло! Ай! Что такое? Безобразие! Это же театр! Ой, спасибо! Идите на балет без меня! Кузя! Подожди, мы кое-что придумали! Ой, что это? Воздушный пузырь. Ты сможешь в нем плавать под водой и дышать. Как здорово! Прыгай в него. Ой! Опять весла. Это дети безобразничают. Кузя, держись! Ребята, что вы шумите? Извините, Пискарь Иваныч. Мы надули для Кузи воздушный пузырь, чтобы он тоже смог смотреть балет. А пузырь лопнул. А, вот что. А ведь где-то у нас был шлем для сухопутных гостей. Круглый такой. Мы найдем. Поторопитесь, балет уже пора начинать. Бежим! Где же он может быть? Луна, это не шлем. Ой, извините. Круглая. Что вам нужно? Мы ищем шлем для гостей. Это фонарик, и я его чищу. Безобразие, а не театр. О, театральная ваза. Посмотрите, что я нашел. Спасибо! А я-то везде ее искала. Сокровища! Да, это театральный реквизит. Какое красивое, но непонятное слово. Это разные предметы, которые нужны для спектаклей. Я собирала их долгие годы по всему пруду. А это что? Водолазный шлем. Костюм для сухопутных гостей. Это же то, что мы искали. Искали? Грустно, когда кто-то не может веселиться вместе со всеми. Но настоящие друзья обязательно придумают, как решить проблему. Здорово! Какие молодцы! Браво! Браво! Молодцы! 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 Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Мармеладные фигурки. А теперь добавим сок клубники, и у нас получится отличный мармелад. Готово. Давай формочки. А где они? Я же забыл их попросить у бабы Капы. Я сбегаю. Если мармелад загустеет, мы не сможем сделать фигурки. Бежим к Миле, мы
мигом, сейчас принесем. Только нигде не задерживайтесь. Когда мы шли к Миле, их здесь не было. Ой, снеговик моргнул. Так не бывает. Вот, снова моргнул. Испугались? А, ничего мы не испугались. Вот тебе. Ой, Луна, наша коробка. Надо ее догнать. Ой. Нашел? Нет, а ты? Мы ее потеряли. Можно взять ваши палки? Мы в снегу коробку потеряли. Берите. Нет нигде. Весной снег растает и коробка найдется. Но нам сейчас надо. Извините, но нам пора ехать. Я устала. Дедушка Шнюк ждет нас, а мы... Ой. И бабуля расстроится, что мы формочки потеряли. Эх, зря мы начали играть по дороге. Эй, вы чего сидите? Замерзнете? Давайте прыгать! Это так весело! Нам не до прыжков! Мы одну очень нужную коробку в снегу потеряли. Вон она куда укатилась. Вот она! Нашли! Ура! О, идите к нам, будем крепость строить. Мы не можем, у нас дела. Нас дедушка Шнюк ждет. Ой, мармелад сейчас застынет. Ничего, успеваем. Давайте-ка дружно и быстро мармелад по формочкам разольем. Как вкусно получилось! Сегодня мы узнали, что сначала нужно сделать дело, которое тебе поручили, и ни на что не отвлекаться. А уж потом можно вдоволь порезвиться с друзьями. Пупсик, я тебя съем. Нет, я тебя съем. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Старая новая коляска. Все, уборка закончена. Можно погулять. Смотри, что я нашел. Ого, мы с ней играли, когда ты был вот такой маленький. Ты был такой же? Нет, я всегда был больше и умнее. Но мы же родились в один день. Да? Помнишь, мы в ней игрушки возили? А ты в ней поместишься? Спи, мой пупсень, друг зеленый. Стой, стой, стой! Мне надоело кататься. Давай теперь я тебя прокачу. Как здорово! У меня есть еще идея.
если ты будешь дуть в этот парус, моя коляска-лодка быстро поедет. Ага. Ты не так дуешь. Это не я, это ветер. Вода холодная. Я за ней не полезу. Ай, и я не полезу. Ну, пусть она там и остается. Побежали, я новую игру придумал. О, что такое? Кто это сделал? Это сверху выбросили. Ну, я им устрою загрязнять наш пруд. Лунтик, немедленно убери коляску. Но это не моя коляска. И я несу посылку Корнею Корнеичу. И не смейте тут больше мусорить. Ой, как здорово получилось. Ой, Лунтик. Извини, Луна. Ой, какая у тебя отличная коляска. А я только что нашла шишку. Можно я сюда положу? Наверное, это не моя коляска. Привет. Привет, о, коляска. Тетя Пиявка очень ругалась, что кто-то утопил эту коляску в пруду. Вы не знаете, чья она? Не-а. Ладно, отнесу посылку дяде Корнею. Я с тобой. Пока-пока. Как вы здорово придумали с коляской. Она не наша. Ее, кажется, кто-то выбросил. И сначала очень хорошо ехала, а теперь сломалась. Не беда, сейчас она станет как новая. Спасибо, дядя Корней. Мы же теперь сможем возить на ней посылки и подарки всем-всем. Ура! Это печенье надо отдать тете Пиявке. А вдруг она снова начнет ругать меня за коляску? Давайте мы отвезем и скажем ей, чья это коляска. Правда? А нам скажете? Наша! Это мне! Вкуснятина! Спасибо, дети! И спасибо, Бабе Капе! Часто старую вещь или игрушку можно приспособить для новых игр. Надо только включить фантазию и попросить помощи у взрослых. Но никогда и ни за что нельзя выбрасывать ее в те места, где она превратится в мешающий всем мусор. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Подарок. Пчеленок! Спасибо! А это наш подарок. Ух ты! Ну как, мне идет? Какая нарядная рубашка! И с размером угадали. Только носи аккуратно. На белой одежде видна каждая пылинка. Конечно, буду аккуратно. Ну, я полетел. Хочется друзьям поскорее показать. Луна, Лунтик, смотрите, что мне подарили. Тебе очень идет. А мы тебе на день рождения замок построили. Замок? Мой собственный. Ой, песок прилип. Мне нельзя замок, у меня же белая рубашка. Так ее можно постирать.
постирать. Но тогда она перестанет быть новой и будет такой, как все другие. Пчеленок, смотри! Так ты сможешь защитить свою новую рубашку от любой грязи. Точно! Как хорошо ты все придумала! Ой! Ой! Не испачкался! Наш замок рассыпался! Ой! Как жалко! Простите меня! Я завтра переоденусь! И мы вместе новый замок построим! Ага! А сейчас бежим играть на поляну! Тяжелый, с таким не полетаешь. Так ты его оставь, здесь песка нет. Но рубашка-то белая, на ней любая пылинка видна. Мы поможем. Спасибо. Смотрите, как раз три ягоды созрели. Не, мне не надо, она мне соком все заляпает. А если мы тебя вот так покормим? Вкусно? Вкусно! Она такая сладкая! Привет! Давайте в мяч играть! Давайте! Пчеленок, а это тебе зачем? Чтобы не испачкаться! У меня рубашка новенькая! Смотри, какая нарядная! Пупсень, давай, бросай! Ой. Вот это удар! Сейчас достану! Ой! Кажется, я застрял! Ничего, сейчас мы тебя вытащим! Ну ты даешь! Пчеленок, нам без тебя не справиться! Он же испачкается! А мне что? Здесь так и сидеть, пока у пчеленка не закончится праздник? Я с вами. И все вместе тянем. Ура! 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 Ой. Рубашку мне жалко, но тебя еще больше. Пчеленок был счастлив, что помог другу в беде. Ведь дружба бесценна, а одежду и правда можно и постирать. Игра для всех. Ой, моя ленточка! Тут нет. И тут. Ну где же она? Найдись! Ай! Привет! Ты что плачешь? Я днем тут ленточку свою новую повесила, а потом забыла, а теперь темно. Вот твоя ленточка. Нашлась! Спасибо! Как же ты ее заметил? Ой, а как тебя зовут? Я тоже. А я Мила. Очень приятно. А почему я тебя раньше не видела? Я недавно в вашем лесу. Приходи завтра утром, я познакомлю тебя с моими друзьями. Но я... Тоша, обязательно приходи, будет весело! Пока! Ну,
Всех запомнил? Кто я? Ты Вупсин. Не, Вупсин это я. Ой, извини. Ты все правильно сказал, Тоша. Просто Вупсин и Пупсин все время шутят. Они такие похожие, что некоторые думают, что в глазах двоится. Я так и подумал. Ой, у меня же новый пазл. Давайте собирать. Давайте! Ура! Я лучший собиратель пазлов в мире. Нет, я! Вот что должно получиться. Тоша, бери! Вот этот с двумя ровными сторонами угол. А то я без тебя не знал. Это сюда, а это сюда. Получается. Не туда же. Не той стороной. Тоша, ты не умеешь собирать пазлы? Хочешь, я тебя научу? Нет, не получится. Постой, почему? Я хорошо вижу вечером, а при ярком свете почти ничего не вижу. Как я сейчас? Да. Что же ты сразу не сказал? Я стеснялся. Слушайте, у меня есть идея. На старт приглашается команда Вупсиня и Пупсиня. Готовы? Ай, чего так громко-то? Начали! Лужа, обходи справа! Левее! Ой! Я же сказал, левее! А где тут право и лево? Я опять забыл! Падение в лужу! Одна ошибка! Прыгай! 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 Выше! И левее! Ой! Касание штанги. Вторая ошибка. Время заканчивается. Правее! Левее! Левее! Стой! Не туда! Стой! Пробежали мимо финиша. Три ошибки. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Ой. Теперь команда Милы и Тоши. Готовы! Старт! Поворот направо. Левее. Теперь прямо. Стоп! Прыгай! Еще! Немного правее. Молодец! На полшага правее. Вперед! Ура! Победила команда Мила Тоша. Давайте еще раз. Давайте. Меняемся. Начали. Правее. Сегодня мы узнали, что важно придумать такую игру, в которую могут играть все без исключения. И тогда никому не будет грустно. С вами так весело.